Всем привет, ребята, с вами я, Данил. В этом видео я буду играть в Fast the Family. Точнее, куплю Феникса за 400 робаксов. У меня ровно 400 робаксов, и вот Феникс. Смотрите, ребят, у меня 0 останется. Your balance after this что-то will be 0 робакс. Но я так хотел, как Атриса, вот за 500 робаксов, но не смог. Но хотя бы уговорил свою маму на Феникса, ребят, уговорил. Если вы хотите как видео, как уговорить свою маму про это, то наберем 5 лайков, будет такое видео. Ну что ж, я не понимаю. Раз, три. Купил. О, да, Феникс. Вау, первый раз. Это современный, это классический. Чем относится? Ну, я на самом деле не знаю. Давайте сперва посмотрим на яйцо. Вау, да. Вау. Так, это что? Ага, понятно. Значит, тут вот такой. Так, продолжаем. И тут экстра белый. Или... Да, вот. Мне понравилось. Играем. Я первый раз за Феникс играю, ребят. И, я не знаю, это... Вау, ребят, смотрите, я где? Вау. Это место лава? Вау. Давайте посмотрим, какие способны только шейк. Ого. Давай, давай, еще раз, я хочу шейк. Давайте... вылупляться, ребят. Так, сейчас микрофон. Игровой пропуск, и вот Феникс. Классический или современный? Давайте сперва на современного посмотрим, а потом сразу же покажу классического Феникса. Вау, ребят, смотрите, какая красавица. Это вообще... Красавчик, потому что это мальчик. Вот. Давайте телепортнемся к Skylands. Я хочу туда. Так, так, давай, давай, давай. Где-то тут должен быть мой друг. Маги. Чего так мало? Смотрите, новый Феникс какой. Выполнить. Бежит так. Сидеть. Есть. Угу. Больно. Глаза и маги. Глаза. Маги. Да. Мне Феникс очень нравится. Прям вот очень. Так. Тигр. Давайте создам вот такой. Friends. Создать флок. Пригласить игрока. Так, тут должен быть мой друг. Да, он другой зашел. Давайте поищем его. Тогда Ангел Фэмили. Да! О, нет! О, нет! Подожди меня!
Да что такое? Почему Wi-Fi не работает? Так, где мой друг? Мой друг, не лети, пожалуйста. Я хочу с тобой. Где ты? Почему? Почему ты летишь? Остановись, пожалуйста. Вот, все. Кстати, у меня есть Феникс, но нет вот випки. Это нету випки. Магия. Давайте вырастим быстренько. Посмотрим. Сохраняем цвет. Вау. Смотрите. Я большой. Возрождение? А, да. У всех фениксов есть. Так, теперь давайте посмотрим, как летит феникс. Мне нравится. Так. Дисплей, вау. Давайте возродимся и будем сразу старым фениксом. Голубенький. Теперь давайте выводимся сразу и будем старым фениксом. Старым, а классическим. Так. Вау, ребят. Мне так нравится. Что? Шея, сундук тела, тайники, перья. Это магия. Магия синяя, положи. Теперь магия, посмотрим. Да. Очень круто, ребят. Слишком. Я хочу вырастить и посмотреть, как выглядит новый. Ой, старый феникс. Потому что когда был старый феникс, я тогда вообще не знал, как получить робоксы, как спросить. Я знаю. И поэтому... поэтому, если наберем 5 лайков, то я вам расскажу, как. Как это? Почему наверх? Дисплей то же самое, принт то же самое, магия. О, больше магии больше. Мне нравится хвост феникса, такой длинный. Хвост старого феникса нравится, потому что он такой длинный, я не знаю.
Вот. Теперь давайте, ребят. Ну что ж, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Давайте купим какую-то птичку и пока. Так. Я хочу купить... А нет, пингвин. Ну что ж, ребят, всем удачи, всем пока.